Больше навалило в последний раз. Сколько бы снега ни выпало, его надо убирать, говорят коммунальщики. На время новогодних каникул дорожные коммунальные службы переходят на усиленный режим работы. Это и суточный график, и готовность выйти на смену в любое время. Усиленный режим у нас идет по графику сутки трое. И на Новый год, как это для поддержки, дают доп. Рабочего, доп. Мастера. В случае необходимости по звонку он приезжает. В борьбе со снегом и другими коммунальными ЧП в Татарстане могут быть задействованы 1500 различных организаций. Это тысячи единиц спецтехники и тонны реагентов. Для координации всех служб создан специальный штаб. Ежесуточно будет осуществляться мониторинг общей ситуации и приниматься оперативные решения. Руководители муниципалитетов провели соответствующие организационные мероприятия, то есть собрали всю информацию об ответственных лицах, графиках дежурствах. Второе и третье число самое активное идет вывозка твердых коммунальных отходов. И в этот период, конечно, нужно слаженно обеспечить подъездные пути. И в случае каких-то чрезвычайных ситуаций у нас есть аварийный материал, то есть у нас на базе предприятия «Татлизинг» сформированы соответствующие резервы. Для контроля ситуации на трассах республики работают десятки метеостанций и ведется видеонаблюдение. Тем, кто отправляется в дорогу на автомобиле, советуют запастись термосом с горячим чаем, системой усиления мобильной связи. И самое главное, нужно изучить прогноз погоды и по возможности в метель воздержаться от поездки. Под особый контроль возьмут коллективную перевозку детей. В Новый год ожидается много экскурсионных групп. Все наши автобусы оснащены приборами ГЛОНАСС. И любой автобус, выезжающий с детьми в любом направлении, обязательно ставит в известность соответствующие наши службы. Эти автобусы мониторятся в режиме онлайн. Если количество автобусов будет 3 и более, то мы еще к этим автобусам ставим патрульную машину. В Татарстане работают круглосуточные горячие линии. Можно будет сообщить о коммунальных авариях, снежных заносах и ЧП на дорогах. Дмитрий Оригин, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.